Как вирусы папилломы человека вызывают рак? Какие опухоли женских половых органов опасны, а каких совсем не стоит бояться? Ответим на эти и другие вопросы в новом выпуске программы «Наше время». В этой студии снова соберутся специалисты Ставропольского онкологического диспансера и Краевого Минздрава. Задайте и вы свой вопрос по номеру телефона редакции или в социальных сетях АТВ-Медиа. Мы ответим на них в эфире программы.